Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин DPM и новый видеообзор товара, представленного в нашем интернет-магазине. Это трансовые колеса сдвоенные для больших и тяжелых лодок, у которых идут два пневматических колеса на одном основании. Колеса не разделяются на правые и левые, поэтому они совершенно одинаковые. Сейчас мы посмотрим, что они из себя представляют, как они переводятся из одного положения в другое и как остальные нюансы. Как я и сказал, оба колеса пневматические идут с накачкой, как у простого автомобиля. Каркас у нас идет из нержавеющей стали толщиной 2 мм, трубка диаметра 32 мм и толщиной также 2 мм. Для того, чтобы перевести колеса из нижнего положения в верхнее, вам необходимо вынуть шпильку и поднять колеса вверх, после чего зафиксировать их обратно шпилькой. После чего ваше колесо везет вас по любому грунту. Песок, щебенка, галька. В комплектации с данными колесами идет набор крепежа, болты, 8 болтов, 8 гаек и 16 шайб, которые крепятся на основании трансу. Также в комплектации с данными колесами идет чехол для колес. Кроме того, только наш магазин предлагает к данным колесам герметик в подарок для установки данных колес. Мы являемся официальными представителями производителя Tubot, и у нас на сайте вы найдете самую низкую цену. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендую!